Элдер Титания и вот такой вот крестный пик в виде Дарксира от Бульбы. В общем-то, пока все более-менее ровно. Обратите внимание, что Team Secret не стали выпендриваться с первого же матча. Пикают героев, таких, которых они бы наверняка взяли где-то уже против более сильных команд, да. То есть они не делают каких-то поблажек, никаких скидок на тех, с кем они играют. Они будут, я так понимаю, играть серьезно каждую свою карту. Вообще, конечно, от команд, которые являются фаворитами в рамках вот таких вот квалификаций, они, ну, зачастую стараются брать такой драфт, который позволяет им довольно быстро игру закончить. То есть какой-нибудь пуш жесткий или в ближайшие несколько лет. Но вероятность того, что выиграют вот эти вот ребятки из-за Radiant, это, конечно, на... безусловно, мало. Но тем не менее, всякое может произойти, всякое может быть. Именно поэтому мы здесь с вами находимся, для того, чтобы проследить, все ли так хорошо будет у команд, которые являются фаворитами. Вот первый хук от Пуджа, немного неточные, в один не попадают. Напомню еще раз, дорогие друзья, то, что на многие начало трансляции не поспели. На первом канале, вот именно здесь, где вы сейчас находитесь, где вы нас будете слушать Лекс. На втором канале, скорее всего, там Майлштром и... Фух, то что точно. Точно, ну надо за этим посмотреть. Но Энви... А, Энви не растерялся, развернулся и, видимо, сделает килл. Доминация идет по всем фронтам, абсолютно по всем линиям. Да, здесь уже шестой фраг, трипл килл по IPUP. В общем-то, пока ничего удивительного. Так вот, на втором канале, на twitch.tv/2ruhub, для вас будут комментировать Вова Майлштром и Дмитрий Light of Heaven. Матчи с участием одной из СНГ-команд. Но подозреваю, что Polarity, наверное, возьмут они наоборот. Может быть, Team Spirit. Захотят. Ну, естественно, другую команду, которая останется, она будет транслироваться на третьем канале, twitch.tv/2ruhub3. Там вы тоже можете посмотреть трансляцию одной из наших СНГ-команд. Так что в таком вот темпе Рухаб будет вести три трансляции одновременно, показывать вам то самые интересные, самые важные матчи по ходу сегодняшнего дня. Ну, как вы понимаете, именно в таком формате мы с вами будем смотреть матчи все 4 дня подряд всех квалификаций. У нас будут европейские под вечер, у нас будут днем C-регион, китайский регион, ну и под ночь у нас сегодня также начнется еще американский регион, где, конечно же, будут показаны Evil Geniuses. Что 8, мало ли такое может случиться. Хочется, конечно, сразу же обратиться к сетке. Я вот так мельком успел ее посмотреть. Очень удобно так получилось, что Team Secret оказались самыми-самыми верхними в сетке. И, ну, их просто очень-очень быстро можно найти. Если вы сетку откроете на бейсе, вы сразу их обнаружите. Вот, а где находятся остальные команды, я пока не знаю. Но вот ближайшие два раунда, я смотрю, наших СНГ-команд нет. Ну, таких известных, я имею в виду. Третий раунд вроде бы тоже не попадаем. В любом случае, вот из тех тегов, что там имеется, у меня знакомых здесь нет. Примерно знаю, кто под каким тегом играть будет, из наших более-менее именитых команд. А вот у Secret пока такие не попадаются. Конечно же, мы не исключаем такую возможность, то, что прямо вот в этом же раунде, в первом, может быть, во втором, где-то условно Polarity нападут на Team Spirit. Это будет, конечно, мега заруба Best of One, но такое может случиться. Сетка генерируется, напомню, случайным образом. Это может получиться все что угодно. Но благо для таких вот случаев как раз таки созданы две open квалификации. Поэтому если где-то команда оступилась разок, всегда есть возможность со второй open квалы зайти. В общем-то вы, работяги, будете нам кастерам помогать немного. Вам будет удобнее смотреть сетку, пока мы будем транслировать игры. Пишите куда-нибудь в Твиттер или ВКонтакте, говорите, что вот где-то с тем-то играют, например, и так далее. Того-то попадают, кто-то может уже сетку дальше просмотрел. Выглядел, кто с кем может попасть в каком-то раунде, это будет довольно интересная информация. 12-0 пока у нас. За информацию о том, что название трансляции нужно поменять, да, скорее всего. Скорее всего, этим не успели заняться. Сделаем. Ну, под товарами тут уже щемит. По всем фронтам, опять же. На топе фраги делаются, снизу фраги делаются. 15-0. Пока так. Да, есть еще, конечно, потрясающий коллектив КБУ, но мы его освещать не будем, потому что у КБУ будет своя трансляция. Насколько я знаю, состав там следующий. NS Dread Вагамама на миде у них играет. Dread, по-моему, флейнер, NS Support. Еще два игрока, если я не ошибаюсь, там Факер вместе с инмейтом были стендинами. Может быть, кто-то вместо них катает сейчас. Но вроде как стримить они будут сами, поэтому тоже посматривать. Конечно, тоже довольно интересно, куда эти ребятки смогут пройти. Я предсказываю не дальше раунда 1-128, но... Может быть и дальше пройдет.
Ну и много, конечно, таких вот более-менее медийных ребят также будут участвовать в квалификации, как это происходило на протяжении уже последних нескольких Valve-ивентов, да, маниловский мейджор, помню, шанхайский мейджор по квалификации комментировал. Знаменитые калибровщики, конечно же, будут принимать участие, я уверен, будут делать какие-то стаки. Если я не ошибаюсь, то даже его величество ПГГ также примет участие в этих опен-квалах. Стаков у них там только уже из олдскулов. Забловой, если я не ошибаюсь даже. Смотрите, ищите своих миров, своих любимчиков, болейте за них, переживайте, наблюдайте, конечно же, не пропускайте. International 2016 начинается прямо сейчас, дорогие друзья. Первая его квалификация уже сдвигает нас все ближе и ближе к самому главному событию этого года. Итак, ну, минус 5, да, я так называю? Да, минус 5. Без тимвайпа тут не обошлось. Один фраг сделали, боже, я пропустил, кто? Артизи нафидел. Боже мой, кто его убил? Его убил Макаро. Вот это момент. Ну, понимаете, да, все, Артизи. В одной, 12-й, против команды Тау нечетим. Офидел на Эмбер Спирите. Так, конечно, не. Так как квалификация не выйдет? Но хоть что-то нужно, конечно. Но мало того, что они светились на стриме, это уже здорово. Сыграли против Team Secret. Вообще, на самом деле, вот эти open квалификации — это просто потрясающая возможность на одном поле столкнуться с игроками, у которых там по 8, по 9 ка рейтинга. Ну, по 9 ка, конечно, я переборщил. Но вот по 8 ка точно. Даже ради того, чтобы просто поиграть против Артизи, уже хукануть его разочек. Можно зарегаться с друзьяшками на open квалификации и принять участие. Это я говорю к тем, кто ленится. Я уверен, что трансляции таких много. Ребят, которые хотели бы, наверное, собрать состав, но не смогли по тем или иным причинам. Собирайте, друзья. Вторая квалификация будет послезавтра стартовать. Вы сможете на фейсе на нее зарегаться. И кто его знает, вдруг вы где-то там в одной 156 или в одной 64 нападете на КБУ. Класс, вообще. Если он здесь уже начинает фидониться, дальше будет только хуже. Вижу я уже, что есть результаты первых раундов, кто тут успел отыграть. Ну, 11 минут, правда, с начала матча прошло, но, видимо, кто-то сдался, или, как обычно это бывает, первые несколько раундов потихлу заблажу, многие команды проходят. Ну, потому что одно дело зарегистрироваться, другое дело, что нужно еще подтвердить свою регистрацию, и более того, еще зайти в лобби, собрать всех своих друзьяшек, своих компаньонов, игру в 19 в Москве. Собранность нужна, и немногие команды, точнее, многие команды напротив первого раунда обычно не поспевают как-то это. Сразу вылетают из турнира. Вот, победитель этой пары, кстати говоря, встретится против одной из команд, H-Club или Гибрид. Смотрю составы пока на будущее уже сразу. Нет знакомых для меня имен, нет знакомых никнеймов, без понятия, кто такие. Там матч еще идет. Увидим, узнаем. Ну, не сдаются, кстати говоря, рейдинты прежнему катают, пытаются что-то нафармить. Перефарм уже дичайший, потому что страшно графики показывать. Ну да, на 12 минуте лететь в 20 тысяч, это, конечно, нужно еще обмотреть. С другой стороны, конечно, можно оценить вообще, какие реальные шансы Team Secret, например, бороться в тех же самых закрытых квалификациях. Ну, очевидно, что они будут попадать на Европу, да, если вдруг опыт-баллы пройдут. Там ведь все-таки тоже довольно сильные коллективы собрались. Ну, напомню тем, кто не в курсе, я, в общем, пропустил эту самую движуху с раздачами инвайтов и так далее. В этот раз Valve решили 6 инвайтов сделать прямых на The International, соответственно. Остальных всех были полотай. Да, полотай, слушайте, могут набрать, Twilight Eye напитил, Пуджик сделал килл, Twilight Eye тоже фидонит. Я убил, пишет Пудж, вот это красава, главное, чтобы успел сделать скриншот. Ну, вот, ну все, как мы хотели, Пуджик сделал фраг. Убил не кого-либо, но Twilight Eye целого. Сильно. А вот все-таки у нас два фидера есть у Team Secret. Как мы выяснили, Артизи и Файлайт. Да, заход уже на хайграунд, падает тут линия понемногу. Ну, главное, что пуш потенциал есть у Team Secret. Самое главное при игре, когда нужно быстро закончить каточку. Есть экзорцизм, правда, кулдаун довольно большой. Но тем не менее, есть чем-то вырос носить, тоже хорошо. Ну и залетает, видимо, будет еще одна драка. Давайте, ребятишки, Secret, еще один скилл нужно сделать. Пудж, пудж, внимание, хук, отличный хук по тупее. Кушать его, кушать, тавер поможет.
не дали, опять лучше бы сделать фраг, ну что ж такое-то. Трипл килл по Энди. Ну и где-то вот сейчас, вот совсем-совсем скоро. Игра должна закончиться. Ну, кстати говоря, хороший комментарий в Твиттере залетел. Артист наконец-таки сдержал слово и все-таки выиграл на Эмбер Спирите. И то правда, на самом деле. Конечно, выиграл он в первом раунде Open квалификации, но выиграл, что самое главное. Можно даже сказать, если не вдаваться в подробности, что он выиграл на Эмбер Спирите в турнире от Valve. Даже звучит теперь, как обеда этой команды против Team Secret. Поэтому стримы, все, что вам поможет на данном этапе следить за любимым коллективом. Потом уже, когда команда останется поменьше, там, ну что, в районе 128, одновременно будет 64 игры, там уже можно будет как-то пролистать, посмотреть. Пошли приветы уже. Понимают ДТ, что все близится к концу уже. Майфейки пошли, ну может быть еще один килл. Один фраг какой-нибудь. Ну давай, под ГДС, Свен. Пошел. Хорошо, вот можно по лайтай. Неплохо ведь пробивает. Не пушьте, плиз, они еще не успели полностью перерекламироваться. Radiant's top barracks are under attack. Radiant's top barracks has fallen. Так, я пытаюсь красить информацию по нашим параллельным трансляциям. Говорят, что они не были еще пока запущены, но, ребят, процесс. Я точно знаю, что Вова готов там запускать. Radiant's top barracks has fallen. Так, ну спириты, скорее всего, у нас будут вообще на третьем канале. Значит, полярити будем смотреть на втором. Сайлент креп выздоровел, наконец, более-менее готов сражаться, готов на интернешнл попадать, поэтому есть повод поболеть за коллектив, я-то сам буду очень серьезно переживать. За них думаю, что смогу. Ну что, где ГГ-то? Мы дождемся сегодня, это самый заветный клуб. Ну вообще, 17 минут пока. У нас рамки до 20-й. Это сильная команда, которая действительно прям команда тир-1 вообще уровня с... любым стаком паперов там, или даже не паперов, даже должны расправляться не более чем за 20 минут. Если уже больше, то это уже мувитон, это уже плохой тон, это уже значит, что где-то не доиграли. Нет, это тоже понимают, кстати говоря, ДТ, говорят, 20-й не снесете. На самом деле, если хотите 20-й дожить, берите тинкера какого-нибудь, или то, что позволяет вам откушивать довольно быстро. Конечно, первые игры. Просто позволяют, на самом деле, раскликаться. Выбираешь себе героя, где нужно кнопочки понажимать. Ну, особенно для кор-героев, конечно же, зависит для кор-игроков. Тыкали, подтыкали, работает, не работает. Потому что дальше было проще. Что, может быть, еще парочку фрагов? Да, снова Эмбер Спирит нафидал. Тоже артист 3 раза, похоже. Ну, я не знаю. По-моему, это очередной... Как можно артист? Просто из 5 фрагов, сделанных командой противников, трижды погиб Эмбер. Страшно, Бульба тоже может отъехать. Бульба жив. Скажи, Бульба. Бульба погиб, они еще и Бульбу потеряли. Да, мы считаем топ-питеров. Значит, 3 раза погиб артист, по разу подадай Бульба Эмбер. Пупей только старается, на самом деле. КВП. Ну что, все-таки до 20 успели, да? Даже 20-й смогли. Победа Team Secret. Отлично. Ну что, Team Secret начинает пока без особых проблем. Первый матч они свой взяли. Ну, что я могу сказать? Ребят, будет пауза, как я вам обещал. То есть мы стартуем, например, условно в 19. 20 минут.